Почти 100 лет в небе. Пилоты гражданской авиации в эти выходные отметили свой профессиональный праздник. Если говорить о поездках на дальние расстояния, то самолет сейчас самый популярный вид транспорта для этого. Пассажиропоток увеличивается с каждым годом и в прошлом году уже перевалил за 1 миллион человек. Подробнее о том, как живут и работают покорители небес, в сюжете Патимат Ханаповой. Аэродром Уйтаж. Каждый день несколько тысяч пассажиров прилетают в эту воздушную гавань и отправляются отсюда. Сегодня мы узнаем, кто и как их перевозят, потому что этот вечер мы проведем с пилотом самолета. В 8 часов вечера на посадку заходит очередной самолет авиакомпании «Смартавия». Пилот готовится совершить его в аэропорту Махачкалы. Этот рейс оборотный. Через час он должен вылететь назад в Москву. Именно на борту этого воздушного судна мы и окажемся. Пока десятки специалистов заправляют лайнер топливом, очищают салоны, проверяют техническое состояние, мы будем беседовать с Арвидом Вагабовым, пилотом, у которого 30-летний стаж в профессии. За его спиной более 10 тысяч часов налета. Если сложить, то получится больше года непрерывного полета в воздухе. За все это время летчику пришлось лишь единожды совершить экстренную посадку. Была такая ситуация, что мы взлетели из Санкт-Петербурга. Пришлось вернуться, было задымление в кабине, вернулись, благополучно сели, все нормально. Свою работу пилоты называют профессией мечты. Видимо, не зря. Летать над облаками хотят практически все школьники и студенты, но получается далеко не у всех, да и решаются немногие. Чтобы сесть за штурвал самолета, нужно долго учиться, иметь отменное здоровье, силу воли и уметь принимать правильные решения. Страха как такового не чувствуешь, признается Арвид. Лишь ответственность перед десятками людей. Опасения лишь мешают концентрироваться. Это уже, наверное, привычка. Я с удовольствием хожу на работу. Это моя работа, которую я люблю. Я думаю, поэтому, что я еще и летаю столько времени. На практике каждому удается стать хорошим? Нет, вы знаете, чтобы я вообще считаю, что это, наверное, дар какой-то. Тем временем Арвиду пора уже в обратный путь. Рейс снова на старте. Перед вылетом он проверяет каждую кнопку на исправность, запускает систему навигации, забивает точку полета на карте. Работу свой пилот сравнивает с профессией хирурга. Ориентирована она на точность, нет права на ошибку, и все решают руки. Ну а свой профессиональный праздник наш собеседник, как всегда, встретит в небе, в кругу коллег и облаков. Праздник будет в небе. Ну, потом отпразднуем. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.